Чувашии идет активная борьба с опасным сорняком – борщевиком Сосновского. Программа по его уничтожению разработана в Миссельхозе Республики. Запланирован комплекс мер, направленных на локализацию и уничтожение очагов произрастания. О том, как борются с борщевиком в Комсомольском районе, смотрите в нашем материале. Для того, чтобы бороться с борщевиком, нужно хорошенько подготовиться. Надеть защитные сапоги, защитную маску, защитный халат, обязательно капюшон. Конечно, все это застегнуть, перчатки. И можно приступить к работе. Это механический способ уничтожения. На территории села Комсомольское борщевик Сосновского уже занял 2,5 гектара. Борются с ним пока вручную. Но есть и химический способ. Пока его опасаются применять. Он может нанести ущерб окружающей среде, повредить траву, потравить рыбу в реке Упа, вдоль которой расположено село. Договор на ликвидацию борщевика заключен с индивидуальным предпринимателем. На сегодняшний день контракт заключен на сумму свыше 65 тысяч рублей. Выкапываем на корню борщевик, сам борщевик, а также триммером косим произрастание борщевика Сосновского. Борьба с борщевиком – это вопрос постоянный, поэтому на этом мы не остановимся. Также займемся уничтожением ежемесячно. Не дадим дальнейшее произрастание. На борьбу с борщевиком из бюджета республики в 2021 году выделено почти 9 миллионов рублей. Средства направлены в те муниципальные образования, где выявлены очаги произрастания сорняка. Всего около 8 гектаров на площади произрастает борщевик сосновский. Но таких сельских поселений, как Комсомольское сельское поселение, Александровское сельское поселение, и другие. Всего 5 сельских поселений. Люди вот работают, там мы применяем такие орудия труда, все вручную, там лопаты, там косилки и тому подобное. В других местах, вот, конечно, хотелось бы применить пестициды. Об этом мы думаем сейчас. Вот, конечно, пока мы начали работать механическим способом. Главная цель – не дать разрастись сорняку дальше. Борщевик занимает земли, опасен для здоровья. Его ожоги долго заживают. Если выделенных денег на борьбу не хватит, в бюджете республики заложат дополнительные средства, заверили в Министерстве сельского хозяйства региона.